день, дорогие друзья. Вот этими замечательными словами нашего классика Анатолия Павловича Чехова в год литературы я бы хотел начать нашу церемонию, церемонию открытия выставки. Сегодня в залах музейного выставочного центра Забайкальского края 30-й раз открывается итоговая выставка, подводящая черту под еще одним творческим годом. Вы увидите произведения как опытных, так и молодых авторов. Для открытия ежегодной традиционной выставки членов Союза художников России, профессиональных и самодеятельных забайкальских художников, я приглашаю сюда заместителя министра культуры Забайкальского края Юрия Ивановича Паяркина. Министерство культуры Забайкальского края, я вас всех поздравляю с этим интересным и наверняка запоминающимся событием. Я рада вас всех видеть, приветствовать на сегодняшнем прекрасном, значимом мероприятии художниками, самобытными авторами Забайкалья. Они заставляют удивляться и передают многообразие мыслей, чувств, эмоций. Центра. Валентин Васильевич, наставник молодых художников и руководитель общественного кружка, который так и называется, Кандаловский кружок. Когда писатель к вам, вдруг перепрыгивает среду. Я должна присмотреться, что мы видим. О, Власов Владимир. Ну, очень здорово, я бы сказала. Мне нравится. Неплохая работа. С претензией на импрессионизм. О, ну, я хотела сказать, что неожиданно мне понравились работы. Мне мало какие нравятся работы. Но, например, вот я бы отметила вот эти две работы неизвестного для меня художника Шамсутдинова Валерия. Понравились очень портреты. Очень выполнено профессионально. Интересно, живописно, красиво. Очень неплохие работы. Вот, кстати, вот это тоже, конечно, кони как будто вырезаны. Зато небо мне напоминает Сальвадора Дали. Очень чистое, такое ясное, горячо мной любимый декупаж. То есть оформление поверхности, деревянных поверхностей с помощью салфеток. То есть клеится, приклеиваются салфетки. Это абсолютно не видно. Такое чувство, что это просто нарисовано. И выглядит очень здорово, эстетично. Глаз радует такой в стиле Прованс. Шкатулки. Здорово. Я люблю такие вещи. Я бы даже хотела дома такое иметь. Такой комодик мини. Знаете, что сейчас это можно все элементарно купить. Даже в художественном салоне и то есть много неокрашенных таких деревянных. Вот резная шкатулка красивая, может быть, даже самодельная. Ну, очень сделано. Ну, здорово, здорово сделано. Искусная работа. Просто, может быть, мы не знаем людей, которые это делают. Я думаю, что в недрах своих квартир, потому что у нас город довольно скучный, делать нечего. Поэтому люди углубляются в себя, более того. А что делать-то? Не водку же пить? Надо сказать, появились новые имена, которые абсолютно не на слуху. Молодое поколение вступает в свои права. Надо сказать, что есть отдельные интересные работы. На самом деле, вот, например, неплохая работа «Уголок двора». Ну, очень неплохо, профессионально, на мой непрофессиональный взгляд.
такое прозрачное. Лана Бран, «Морозное утро». Был такой художник Александр Деркач. Он уехал давно-давно в Калининград. И у него была работа, вот чем-то мне напомнила вот эта вещь, его работу. Тоже такой морозный день. Очень неплохая работа, прозрачно, все так... Цвета красивые, настроение замечательное. Лана Бран. Новое имя. Ну, тоже неплохо, в общем-то. Почему бы и нет? Сколько людей, столько и... Дать человеку одни и те же краски, и он нарисует по-разному. Каждый нарисует по-разному. Точно так же, как каждый музыкант сыграет одно и то же произведение по-разному. Очень красивый цветок. Вот, профессиональный. Даже не верится, что это не профессионалы. Я думаю, что это написано профессиональными художниками. Ермилова Татьяна. Неплохие работы. Две. Еще одна Ермилова Татьяна выделяется на общем фоне. Довольно живописно. Красиво. Стиль бохо. Богемный стиль. То, что сейчас я, чем я увлечена очень сильно. У меня тоже есть сумочка в стиле бохо. С цветами, но это очень красиво. Я хочу сказать, что меня радует, что не скудела земля наша талантами. Это вот в 91 году в Тульской области, вот верхней. Вот. Там это у друга, это Пать Лапочкин на даче был. Это один челон с натурой тут. Вот. Там озеро Ножи. Это возле Агинска. От Агинска где-то километров 40. Ну, это чисто забыкальчики такой. А там это вот я по Чтимке ходил. Ну, где ты жил, где я жил, это живу. Вот, за мост туда так подальше. Там дачки по берегу. Так, идут дальше. Симпатичная картина Ларионова Александра. Япония. Мост для императора. Красивая, с настроением. Цвет очень хороший. Вообще в японском стиле, я бы сказала. А это обычно люди сами фантазируют. А то же самое, что белый стих. Вот это вот хорошее, все черно-белое, и вдруг такая неожиданная красная божья коровка просто приводит в трепет. Какие картины? Да, не картина, а вот эти узоры, мотивы. Например, то, что у нее вот это. И заодно это только я уже могу полюбить такую работу, потому что мне нравятся эти элементы. Ну и, в общем-то, сделано искусно. Невообразимо. Это такая трудоемкая работа. Вырезать каждый листочек из дерева. Очень, конечно. Ну нет, конечно, это талант. Сделано неплохо, но сама идея. Может, это собака, не волк?